Ну чё, всем привет. Это снова я. Ульяна, здравствуйте. Я не хотела вас обидеть. Ну, так, видать, получилось. Просто, знаете, пишут тут некоторые особи всякую гадость. Так, сегодня что у нас? Сегодня у нас пельмешки. Вот видите, пельмешки. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть майонезика положим в пельмешки. Ну, для вкусноты. Вот. Пишет такая Елена. Диабет уже на пороге. Или на диване. У меня уже 22 года. Понимаешь, Елена? Вот как мне написал человек. Ирина, не обращай внимания на этих особей. Но особи я добавила свои. Это мое слово. Вот. Тут еще, короче, у меня домашний OnCoolBenz. Ну, я думаю, вы знаете, как он готовится. Ой, из кабачков, помидор, перца. Уголки моих глаз или что там ей не понравилось. Вот так вот. Всем приятного аппетита. Что я говорила? Ой, ходят люди, пишут мне. Свинья. Ну, насколько человек воспитан, то он и пишет. Была у меня такая, то ли Марина, то ли кто. Которая писала мне все время. Ну, пришлось ее отправить на забор писать. Или Ирина, не помню. Ульяна, что вам хотела сказать? У нас даже пенсионерам выписывают только на 2 месяца. Это с 55, что ли, лет. Они начинают на 2 месяца выписывать. Ну, а сейчас как бы проблема с этим. Они сейчас выписывают на месяц. Вот так вот. Мне раньше даже полоски каждый месяц давали. А сейчас раз в 2 месяца. Я говорю, это что за херня? Почему так-то? Они говорят, бюджет не резиновый. Ну. Я говорю, почему в других городах все дают и всегда. Они говорят, переезжай туда. Я говорю, окей. Вот так вот. Кстати, OnCoolBenz такая вкусная штука. Мои подруги мама готовят. Очень мне нравится. Там спрашивали, работаю я. Не, я не работаю.
Я только на Ютубе и в Яндексе. И все. Но если я так человеку неприятно, что теперь? Не заходи тогда ко мне. Нет, я зайду, посмотрю, пообсуждаю и уйду. Диванный критик называется. Знаешь, у меня тут много людей, которые меня уважают. И я уважаю. Галине новой подписчице привет от меня. У меня есть Галина Юрьевна. Мария есть. Много-много других людей. Кстати, пельмени магазинские, сразу говорю. Ну, повар же временно не работает. Он на больничном. А, я на больничном, он в отпуске пока. Как-то так. Скоро, кстати, это. Скоро же лето. А мне не нужна диета. Мне Виталик сказал не худеть, и так красивая. Говорят, что у нас лето будет не особо жарким. Это очень печально. Что лето не особо жаркое будет. Ну, как говорят, покупаться тут вы сможете. Это хорошо, если сможем. Моим свиньям привет. Поросятки вы мои. Смотрю, совсем зажирались. Вы знаете, в ТикТоке кто там? Как там? Хру-хру, а в моем свинарнике тепло. Хру! Что-то мало было. Ой. Ну тут еще порция есть. Еще 4 возьму. Надо же доесть. То вдруг похудею. Чего теперь? Виталик перестанет мне писать. А что я тогда буду делать? Муха летает, муха. Где-то дерьмо лето.
Не... Я не поймал. Может, оно не тебя же ловило. Ну ладно, сейчас, короче, все. С вами кофейку попьем. Сейчас я ее заразу поймаю. Поймал. Улетела! Сволочь. Ну вот и я с кофеем пришла сюда. Короче, кофе будем. Азовский щербет с курагой есть. У масса нету 200 грамм. Я, короче, сходила в магазин. Думаю, надо что-нибудь сладенькое взять. Вкусненького. Но, печально, знаете, но. Там ничего нет. Ну, офигеть, карамельки 350 рублей. Я в шоке. Я говорю, нет, карамельки за 350 рублей мне не буду брать. Ой, нихера себе. Сказал я себе. Ну, шерпет же он это, сам по себе твердый. А какой вкусный. Вы просто не представляете. Вот это кусочки кураги. Они такие кисленькие. Такая нотка. Кисленько, вкусненько. Люблю шербет. Вот я что-то говорила. Умер сладости, хотела шербет купить. 350 рублей килограмм был шоколадный. Но не смогла она мне по безналу рассчитать. Ну что теперь? Вкусненько. Вот, короче, вот такой шербет. Азовская кондитерская фабрика. Цена 70 рублей. Курагой. Состав. Сахар. Угу. Дальше нам знать мне не надо. Ну, ты там все мне пишете. Жрет она. Очень много. Слушайте, во-первых, не жру, во-вторых, кушаю, а в-третьих, немного. Вот так вот. А вы, наверное, вообще не жрете? Ну так вот. Да, Мусь? Ну ты же не будешь шербет, ты чё, Муся? Кошки накормлены, не переживайте. Вкусно. Вкус, запах у меня есть.
Надеюсь, на нос не дышит. И немного покашливаю. Совсем чуть-чуть. Ладно, это на завтра оставим. Или на ночь, как вы думаете? Оставить на завтра или на ночь? Я думаю, на завтра. Короче, я первый раз попробовала щербет. Мне лет 15 было. Вот такой был вкусный. Ну, он сейчас тоже вкусный, но раньше был вкуснее. Вот. Ладно, короче. Мои свиньята и мои хорошие люди. Всем пока. Хорошего вам настроения. Не болейте, не чихайте. Свиньи не пердите. Вам этого нельзя делать. Вот. И еще что хотела вам, свиньи, сказать. Как вы будете мне писать, так я вам буду и отвечать. Так что как-то так. Понимаете? Ну, а на этом я вам не говорю до свидания. Я говорю пока-пока. До скорых встреч. Так что не забываем ставить лайки, писать ваши комментарии добрые. Ну и подписываться на канал. На этом всем пока-пока.